Всем привет! С вами снова Лев. 10 месяцев исполнилось нашей дочке, нашей Мирославушке. По этому поводу, ну и просто, чтобы разнообразить как-то свой досуг, выбрались. Сейчас вот находимся на территории пансионата Самшитовая роща. Это недалеко от Пицунды. Хочу отметить, что достаточно ухоженное место, наверное, одно из самых привлекательных в этом смысле, вот в этом районе. Если с цитрусом сравнить, то здесь, конечно, деревья не такие большие еще, но по качеству, по уходу, это место, оно просто, просто шедеврально на самом деле. Вот тут, смотрите, лужайки, можно посидеть, тут пикничок мы устроили, детская площадка есть. В общем, все, все что подохнуть. Очень-очень много разной растительности интересной. Пройтись чуть-чуть, что ли. Про сам пансионат без труда сможете найти всю информацию в сети, поэтому про него рассказывать особо я не буду. Но просто хочу как отзыв, что ли. Очень тут нравится бывать. Приятно походить, побродить. И вообще апрель, сейчас конец апреля это видео снимаю. Самое, наверное, ну, на мой взгляд, благоприятная температура. То есть не жарко еще, но уже достаточно тепло. В это вот время сейчас люди пишут, что в Ижевске, говорят, выпал снег, холодно. Там знакомый одел, говорит, зимнюю куртку, вышел и ни разу не вспотел на улице. Вот, иметь возможность с семьей находиться в это время здесь, конечно, очень-очень хорошо. При этом абсолютно, видите, нет народа, тишина, спокойствие. Вот, и в это время года цены здесь достаточно низкие в Абхазии, то есть еще не сезон. Конечно, купаться не пойдешь, но мне как-то до купания это, честно говоря, мне больше нравится то, что чистый воздух, тишина, птицы поют, природа. Вот это для меня ценно. Так что старайтесь для своей семьи, наверное, такие условия почаще создавать. Такой вот посыл этого видео. Ну что, 10 месяцев. Учимся ходить, держимся за предметы, за кроватку, за стены и ходим. Пока без поддержки, конечно, не получается, но мы и не форсируем, в принципе. Как пойдет, само так и пойдет. Но уже есть моменты, то есть ловим, что она как бы опускается так и стоит несколько секунд сама. Не идет, но стоит уже, в месте держит. Вот так что прогресс есть. Ну что ж, спасибо за внимание. В принципе, видео не собирался длинным делать, поэтому на этом я буду его завершать. Всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, что хотели бы увидеть из того, что есть здесь в Абхазии. Всего доброго, с вами был Лев, пока-пока.